Коллеги, всем привет! Дмитрий Каштан вновь приветствует вас на своем канале. И сегодня у меня в обзоре расческа от компании WisePark Professional под номером 209. Вот ее ярлык, вот так она выглядит. Обратите внимание на ее обушок, обратите внимание на рабочее полотно. Достаточно тонкая расческа. Эту расческу вы можете использовать как для снятия ножницами, так и для снятия машинкой. Очень удобно держать в руке, расческа действительно очень легкая. Всем любителям мужских стрижек я рекомендую данную расческу. У меня у самого есть такая расческа в красном цвете, и я прям вот кайфую, когда работаю ей ножницами. Значит, по поводу цветовых решений, коллеги, значит, представлены у нас красный, серый и белый цвет. Также еще есть цвет янтарь. Значит, длина, коллеги, данной расчески у нас составляет 205 миллиметров. Также, коллеги, обратите внимание, как у нас расческа гнется. То есть здесь у нас используется специальный пластик. Температурный режим здесь у нас выдерживается только 110 градусов. Напоминаю всем, что обрабатывать данную расческу рекомендуется только спреем I Love Pore Life. Это единственный спрей, запатентованный компанией Гинко для дезинфекции всей продукции компании WisePark. Щетки, расчески, брашинги. Можете спокойно обрабатывать только этим спреем. Все другие какие-то средства дезинфекции, к сожалению, не подходят для расчесок WisePark Professional. Здесь у нас есть специальное микрораспыление. Нанесли пару раз, нанесли с обоих сторон. И вы можете оставить расческу на 10-15 минут. Расческа у нас высохла, и можете продолжать дальше работать данной расческой. Коллеги, я надеюсь, это видео было вам полезным. Поставьте мне, пожалуйста, палец вверх, подпишитесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями, вступайте в мои социальные сети, ссылки на них будут указаны в описании к этому видео. Также, коллеги, оставляйте свои умные комментарии под этим видео. Если вам что-то непонятно, либо я что-то так никак-то не так выразился или что-то не так сказал, также спрашивайте меня, не стесняйтесь, я всегда буду рад вам ответить на все ваши вопросы. Коллеги, на этом все. Подписывайтесь еще раз на мой канал. С вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.